почему, если не секрет, ты ушел из ЦСКА? Ну, то есть ты так достаточно, я посмотрел, долго играл там, и в молодежке, и уже во взрослой команде, так скажем. Почему так получилось? Да, в ЦСКА я провел 5 сезонов. Последний из них пришелся на тот год, когда сезон отменили и завершили досрочно. И по завершению того сезона мы вели разговоры с тренером и с руководством клуба и сошлись на том, что я не получаю достаточно много игрового времени в ЦСКА, и, возможно, лучше для моей дальнейшей карьеры будет найти клуб и команду, где я смогу получать больше игрового времени, больше карт-бланш, скажем так. Uh-huh. И в тот год я уехал из Москвы в Красноярск, uh-huh. в Енисей. Так и получилось, что я покинул Москву.